внимательно, внимательно. Все команды играют внимательно. Бочаров отнимает мяч. Так, Яковлев дальше. Ну, Давид зацепится за мяч. Зацепится, хорошо. Отлично, отлично. Давид устремляется вперед. Караев убегает, убегает еще от одного защитника. Выход один на один. Удары, да! И, по всей видимости, точка. Давид. Сидевший в запасе. Здесь Гагоев по левому флангу прорвался. Входит уже в штрафную. Прострел. И здесь сравнивает счет КамАЗ. И, в общем, события. Мяч с головы Караева. Передача пяткой. И удар поворотом. 3-2. Красиво. Ну, я думаю, судя по разбегу, похоже, Караев. Давид наносит удар. Удар. Только я сказал то, что футболисты КамАЗа... проще подобраться к воротам. Ох, какой опасный момент! Ну, Караев! Да! Давид Караев! Какая... Кубот, кубот! Если им виделся... Ой, ой, какой момент! Караев с мячом! Ну! Да. Пенальти, пенальти, пенальти ставит арбитр. Однако перехват в центре поля. Павлов уж слишком бесхитростно сыграл. Прям соперника пробил. И вот она, атака КамАЗа. Может быть, очень опасно. И верхом. всех и дает пас в центр, а пас от штрафной Черноморца.